Здравствуйте, дорогие друзья! И снова мы с вами в Санкт-Петербургском союзе художников на очередной выставке, которая называется «Портрет кошки». Выставка проходит в четвертый раз и объединяет художников из различных городов и даже стран. И темой, как вы уже поняли, является кошки, наши любимицы. Здесь есть и скульптура, и живопись, и графика, и, собственно, размещение всех этих работ проходит на больших залах Союза художников на третьем этаже. Выставка продлится до 19 декабря, поэтому спешите, спешите. Будут еще несколько мастер-классов, о которых нужно узнавать специально на сайте. Вы это чуть позднее услышите от устроителя выставки, одного из устроителей, Андрея Виноградова. А мы с вами немножечко посмотрим работы, которые представлены. Конечно, я не смогла снять всех работ, их очень много, но что-то вы увидите. Как оказалось, желающих было так много участвовать в этой выставке, что ее организаторы проводили большой отбор. То есть тема на самом деле, она по-своему и милая вроде бы, и анималистическая, но тут гораздо шире, наверное, все-таки рассматривается эта тема. И, конечно, я приглашаю вас прийти и посмотреть. Выставку можно посмотреть с детьми, я думаю, детям будет очень интересно. То есть, в общем-то, возрастных ограничений здесь нет никаких. В Союзе художников сейчас QR-код требуется при входе, это надо учитывать, иначе вас не разденут. Ну и на мастер-классе тоже есть определенные ограничения, поэтому приходится все правила соблюдать. Ну что ж, такая пока ситуация.